В рамках месячника профилактики программы «Антинарко» для старшеклассников и преподавателей 11 школы специалисты молодежного центра «21 век» организовали видеолекцию о вреде наркотиков и развлекательную программу. Сотрудник регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктория Черниговцева провела со школьниками беседу, ответила на вопросы подростков, касающихся этой глобальной проблемы. Сроки за преступления, связанные с законом оборота наркотиков, увеличились. Статья «Преступление относится к тяжким и особо тяжким». Поэтому никогда не касаемся наркотиков, поэтому никогда не участвуем в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это понятно? Понятно. Затем состоялся просмотр мультфильма. Ребята увидели, каким плачевным последствиям ведет прием наркотических веществ. Будущего наркоманов нет. У них только два пути – тюрьма или кладбище. Вот эти мероприятия нужны для того, чтобы в дальнейшем подростки поняли, что курить, принимать наркотики и другие вещества нельзя. Это здоровью грозит. Чтобы школьники чтобы не занимались такой ерундой, чтобы занимались спортом, показывали им, что так надо, примеры приводили детям. После просмотра еще нескольких социальных роликов и последующего обсуждения для детей провели веселые конкурсы. Цель профилактического мероприятия выполнена. Подросткам объяснили, рассказали и наглядно показали, что наркотики – это зло, с которым нужно бороться. Алина Гумерова, Артем Зибаров, Анапа регион.